Очень красивое природное явление – парад планет. Так называют особенное расположение пяти планет Солнечной системы – Меркурия, Марса, Венеры, Юпитера и Сатурна, когда они подходят друг к другу на близкое расстояние и становятся видны на земном небе в одно время. Мини-парад с участием четырех планет происходит чаще, а парад с участием трех планет можно наблюдать ежегодно или даже два раза в год. Возможно, такая комбинация, когда все планеты выстраиваются по одну сторону от Солнца. Ближайший парад планет случится только через 170 лет.